Алло. Алло, здравствуйте. Да. Марина Петровна, могу услышать? Я слушаю. Марину Петровну могу услышать? Да, да, я слушаю вас. Марину Петровну позовите. Я Марина Петровна, алло. Какая Марина Петровна? Шарова Марина Петровна, это вы? Да, да, Шарова Марина Петровна, это я. А почему у вас мужской голос? Ну, я заболела немножко, поэтому такой голос. Так, Алексей Сергеевич, я так думаю, это вы, да, у нас играете в такие игры? Ну, возможно. Я, конечно, знаю, что это очень веселая шутка была сейчас. Дело в том, что у Марины Петровны, которая внезапно так потеряла голос и превратилась в мужчину, у нее есть задолженность по кредитной карте. Вы в курсе? Нет, не в курсе. Угу. А почему супруга не платит? Ой, не знаю, не знаю. Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы сейчас что, в шутки играете или что? В шутки играю, да. 78-й год рождения, вам 35 лет как минимум. Слушайте, что вы хотите, девушка? Вы хотите денег? Я хочу узнать, почему ваша супруга не платит по кредиту? Только и всего, ну, вы играете в шутки, платит, я хрипла. Ну что значит не платит? Вы как муж должны оплачивать за нее, вы по 45-й статье солидарную ответственность несете. Да, 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 конечно, прямо сейчас побежал уже платить, ага. Ну что за детский сад? Эту жену свою позовите к телефону. А она сказала, что не хочет говорить со всякими тупыми пёздами. Вы не обнагрели, Алексей Сергеевич, случайно, нет? Сейчас отдаете отчет своим действиям или нет? Вот видишь, тупая пизда, все-таки не хочу говорить. Алексей Сергеевич, по-моему, вы немножко неумны, если мягко сказать. Слышь, адрес проживания прежний пизда у вас? Пизда тупая, нахуй Волкова пошла, быстро, блядь, мразь. Волкова, 76. Квартира нахуй, 5, правильно? Нахуй, блядь, пошла, мразь. Ты пойдешь у меня туда, куда ты сейчас меня послал, понял? И куда? Завтра тебя туда. Куда? Отправить. Куда я не буду повторять эти слова. В разговоре все будет зафиксировано. А, ты просто сышь. Если пизда, вы не тупая. Умеете нормально разговаривать с женщинами, как просто минимум. Просто сышь. Вы что, детский сад играете в 36 лет, мужик, он тебя в детский сад устраивает. Не завтра по адресу прописки приедет выездная группа. Я сказал. Готовься, ебальник, ебальник завали свой. Ты будешь так разговаривать со своими друзьями, ох, понял? Ох ты, сука, ты охуевшая, блядь. Алло, здравствуйте. Да. Алексей Сергеевич, верно? Да. Сейчас разговаривали с сотрудником с Восточного экспресс-банка, верно? А, это ты, петух. Ты что, вписаться решил, что ли, за эту пизду или что? Алексей Сергеевич, вы что себе позволяете? Да мне похуй. Я говорю так, как я считаю серьезно? Нужным. Конечно, а вы где воспитывались, блин. А? Давайте сейчас встретимся с вами и поговорим. Встретимся? Подожди, ты что, мне стрелу забиваешь? Ты гопник, что ли? Адрес проживания. Да у тебя же есть мой адрес, долбоеб. Давай подъезжай, мразь. Или ты засал? Ну все, ждите. Ну все, хуйло.